как повысить потенцию в домашних условиях, особо не напрягаясь. Итак, друзья мои, вот подъезд, мы видим ступеньки, с вами канал «Реальная качалка». И сейчас я вам это все продемонстрирую, учитывая то, что если вы считаете, что это просто подъезд, то все гораздо тяжелее и сложнее. Но это как раз нами надо. К чему я клоню? Ступеньки. Именно они нам и помогут в нашем вопросе повышения в домашних условиях потенции. Не прибегая никаких ни тренажерам, ничего подобного не делая, просто обычные ступеньки и шагая хотя бы раза два в день, утром и вечером, вы увидите эффект уже буквально через пару недель применения, накопительный эффект будет заметен 100%. Это я вам обещаю. Но для этого надо просто, учитывая ваш рост, делать или через... Вот смотрите, у меня раз, два, три, четыре. Но у меня рост огромный, у вас может быть между двух ступенек, то есть... И растягиваясь. Просто обычную растяжку, если делать, сразу через 2-3 ступеньки, вы почувствуете эффект. Вы поняли, да? То есть нижняя нога, одна нога стоит в самом низу, и делаете шаг через, сразу через несколько ступенек. Это такой эффект, я не знаю, видно вам или нет, я на ходу все снимаю. И просто подтягивая ноги, вы уже посмотрите, насколько это будет все заметно. Я лично данное упражнение делаю каждый день или через день, если не получается, потому что, как правило, утром сильно спешишь, а вечером максимально забит, и ты возвращаешься уже поздно домой. Это первое. И второе, если я иду не сам, понятно, там с женой или еще с кем-то, это все как бы настолько сугубо личное, я пытаюсь этого не делать. Значит, делаем так. Вначале попеременно ноги, например, на одну ногу раз 8-10 для начала и на другую 8-10. Ну, если вы хотите просто проверить, как оно будет действовать, можете просто делать меньше, хотя бы раз по 5 на ногу на каждую, да, и раз в день, утром, лучше утром или на ночь. Фишка в том, что вы просто должны потянуть, максимально растянуть, чтобы почувствовали промежность. Друзья мои, это канал «Реальная качалка», все действительно очень просто, и ступеньки вам в помощь. Если вы хотите более подробную инструкцию, я вам распишу. Только дайте об этом знать, напишите мне в комментариях, а пока ставим лайки и пишем. Все, всем удачки, пока-пока, жду.